И опережая ваши вопросы, которые вы пишете в комментариях под видео, я сразу показываю, какой помадой у меня накрашены сейчас будут губы в этом ролике. Итак, это помада серии The One Matte Velvet. Код 38464. Обожаю эту жидкую помаду, я сегодня в красной рубашке, поэтому очень актуально будет яркий красный оттенок. А обводку губ я делаю контурным карандашом Giordani Gold, оттенок MAC. Код его... О, вижу, 31385. Очень люблю этот контурный карандаш. Все, я готова. А теперь можно снимать видеоролик. Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Ливия Донскова, и сегодня мой любимый день, когда привозят первый заказ из каталога. И сегодня у нас первый заказ 9-го каталога компании Oriflame. У меня огромные коробки, их было целых 4 заказов на, ой, забыла, на сколько, на 215 баллов, по-моему. Первый заказ, он всегда чуть-чуть побольше. А учитывая, что у меня еще здесь и подарки, я думаю, видео будет очень интересным. Ну, начинаем с самого начала. У меня в заказе несколько коробок, краска для волос, оттенок 9.0 светло-русый. Обожаю эту краску, у меня она тоже на волосах. Откуда 4? Ну, в общем-то, 3 под заказ, а одна мне. Все-таки люди, когда попробуют нашу краску, уже потом не хотят пользоваться другой, хотя она достаточно дорогая, если сравнивать с ценами в масс-маркете, где можно краску купить и за 99 рублей, и за 150, ну и примерно вот в таком вот диапазоне невысоком. Краска дорогая, но она классная, она ухаживающая, она не смывается, она отлично прокрашивает седину. Ну, я очень довольна, и мне нравится этот цвет, поэтому многие смотрят и тоже заказывают эту краску. Жидкое мыло для рук с разными фруктами экзотическими, пахнет вкусно. Мыло такое у нас не впервые, это я заказала себе, потому что мыло у нас, ну, везде много стоит. 3 точки, где должно быть жидкое мыло: первый этаж, санузел, второй и кухня. Поэтому мыло всегда беру, когда есть, тем более по акции. Я не помню, сколько оно стоит, но я думаю, что вы сами с удовольствием полистаете каталог и все найдете. Спецпредложение каталога: если вы делаете заказ на 750 рублей и переходите из корзины в раздел предложения, то вы можете полистать сверху до самого низа, и вам откроется много доступных акций, большие распродажи, скидки. И в этой распродаже я, можно сказать, урвала просто шикарный набор: мед и молоко, кондиционер, шампунь, вернее, наоборот, шампунь, кондиционер. Отличные продукты, мне самой они очень нравятся, мы пользуемся. Маска для волос, и цена на самом деле была очень смешная, по-моему, за весь набор 519 рублей, может быть, чуть побольше. Но если разделить на 3 продукта, тем более маска, она всегда дорогая, маска стоит обычно около 400 рублей, то получается, в общем-то, настолько выгодное предложение, что я просто не удержалась. И также в этой распродаже я заметила вот такой крем для тела и рук, мед и молоко с лавандой и амброй. У меня есть такое жидкое мыло, у меня есть такой кусочек мыла. Я в восторге от этого аромата. И, конечно, качество крема именно вот в этой серии, оно всегда прекрасное. Я много лет пользовалась вот в таких бочонках обычное мед и молоко, но хочется разнообразия. Немножечко, ну, приедаются одни и те же ароматы. Поэтому я так рада обновленной серии, взяла с удовольствием сразу для себя этот крем. Далее в заказе у меня Eclat Femme, этот аромат для женщин. Сейчас он в каталоге всего 999 рублей, и мне заказала клиентка, до этого она брала Eclat Mon Parfum, а от него она была в восторге, потерла страничку, звонит мне и говорит: я влюбилась, я даже не знала, что такой классный аромат. Я говорю: конечно, он классный. Она говорит: заказывай быстрее и с удовольствием. Так, что у меня тут еще в заказе?
лак для ногтей. Вау, какой красивый цвет. Одна клиентка заказала сразу 5 лаков разных оттенков. Я ее спросила, почему сразу 5? Мне, маме и дочке, ответила она. 5 лаков. А лаки очень классные. Она взяла до этого один оттенок, ей понравился, и она его разрекламировала. Я говорю, ну вы прям оптовики. Лаки действительно очень классные. Чем они хороши? Во-первых, один слой достаточно нанести, чтобы получить плотный красивый цвет, насыщенный, без разводов, без полосок. Растекается глянцем на ногтях, быстро сохнет, и лак стойкий. Конечно, мои ногти очень капризные, и к любому лаку они говорят: нет, нет, мне не нравится, все не то, все не это. Но это самые лучшие лаки, которые лучше всего держатся на моих ногтях. Кстати, у меня здесь уже лежит новый каталог номер 10, безумно красивая обложка, я его еще не листала, потому что, если вы видите, у меня даже я не доставала еще заказы, я их достаю вместе с вами. Обычно я хотя бы их перекладываю, как-то там сортирую, что как достать. Сегодня некогда абсолютно, хочется быстрее все распаковать и отнести клиентам, потому что пятница и короткий день, и вот чтобы люди не ждали до понедельника, а уже сегодня начали пользоваться, а кто-то даже выходной сделает окрашивание волос. Средство для снятия лака. Честно говоря, я не помню, кто его заказал. Ну, посмотрим. Может быть, я его себе заказала, потому что мне это средство очень понравилось. Вы знаете, что мне в нем не нравится, сначала скажу? Запах. Настолько он резкий, объемный, как бы его так много, что я даже когда снимаю лак, я открываю сразу в ванной вытяжки, включаю дверь, открываю, потому что, ну, для меня этот запах слишком резкий. Но это одно из лучших средств, я бы сказала, даже лучшее средство, которое снимает классно лаки. А обычно лак затрудняется, да, затрудняешься снимать с блестками, просто измучаюсь сроду, я не могу, просто прям думаю, не буду больше этими лаками краситься, и вот такими ярко-красными. Но это средство очень круто справляется с такими трудными задачами. Я сразу беру маленькие кусочки, 10 штук, нарываю маленьких кусочков или ножничками режу ватный диск, смачиваю, прилепляю все. Даже так я флакон не ставлю, я сразу раз прилепила, потом ту-ту-ту-ту-ту. Держится, я чуть-чуть прижимаю все, прохожу, а потом просто раз и снимаю. Остается чуть-чуть подтереть. И мне нравится, что вот эти красные яркие лаки не размазываются по всей коже вокруг, и что приходится потом всю кожу оттирать этими средствами для снятия лака. Попробуйте. Оно дорогое, я когда его первый раз увидела, ну нет, я такое брать не буду. Да вы что, такая бешеная цена на средства для снятия лака, когда можно в магазине за 80 рублей купить. Но попробовав, я думаю, не стоит экономить, получаю удовольствие от использования этого средства. Заказала для клиентов, часто просят тушь 5 в одном, и вот эта тушь была у нас зимой перед Новым годом, она с дуохромным таким эффектом, то есть ее, если присмотреться, ее оттенок такой темно-сине-зеленый какой-то, но этого практически не видно. По крайней мере, мне никто ни разу не сказал: вау, какие у тебя интересные ресницы. И немножечко блесток есть, но их тоже не сильно видно. В общем-то, я бы сказала, что это нормальная тушь 5 в одном черная. Если уж, конечно, сильно-сильно присмотреться, то увидишь какие-то там переливы небольшие и новый оттенок. Но тушь крутая кисточка. Я, в общем-то, без нее жить даже не могу. Так. Это мне прислали на обзор. Осветляющая серия в обновленном дизайне Optimals. Крем для кожи вокруг глаз. Ой, какой он тоненький, длинненький, 15 мл тюбик. Вот с таким дозатором, то есть у него не шарик, а мы вот так давим. Ух ты, и прям видно, крема много выходит. Попробуем его на качество, капельку. Есть легкий аромат, ну прям вообще легкий, даже непонятно, пахнет или нет. Я люблю, в общем-то, когда у продукции нет удушливых каких-то сильных ароматов. Ну вот это как раз то, что нужно.
Если у вас пигментация возникает даже вот близко здесь на коже вокруг глаз, то он спасет. Кстати, я даже как-то было, что у меня были пигментные пятна, и я кремом для кожи вокруг глаз даже мазала эти пятна, и они классно осветлялись. Так что такой вам лайфхак подскажу, может быть, пригодится. Так, и как вы помните, у нас была акция, сейчас я покажу вам, акция, где мы могли использовать скидку 75%. Кто использовал, признавайтесь. Надо было в каталоге номер 8 сделать заказ на 50 баллов и выше, и в каталоге номер 9, когда вы закидываете в корзину заказ на 50 баллов, переходите на второй шаг, то вам сразу открывается раздел «Скидка 75%». И что я взяла? Конечно, я взяла Giordani Gold Essenza. Я хотела потратить скидку на аппарат Skin Pro Sonic 3 в одном, чтобы сделать потом подарок подруге, у нее осенью будет день рождения, но уже все расхватали, и эта скидка была недоступна. Но я успела заказать этот аромат, который, кстати, к вечеру уже, по-моему, тоже закончился, и я рада, что он у меня есть, потому что это мой любимый аромат в Oriflame. А так как я делаю заказы на два номера, то вторую скидку я использовала на гель, на Vage. Ух ты, тут какая-то наклеечка появилась интересненькая, что это такое, раньше не видела. Гель-тоник очищающий, который я обожаю, и без него, в общем-то, жить не могу. Кстати, сейчас что я стала делать? Так как мне на обзор присылали серию Urban God 3D, и там очищение такое, как его можно как маска использовать, как скраб, то есть оно такое мощное, то я им умываюсь на ночь, когда у меня много косметики, надо смыть, да, хорошо очистить поры. А утром я стала умываться гель-тоником Novage. Мне очень нравится такая вот работа с кожей, потому что кожа прям вот, ну вот, вот сияет, вся сияет, и я очень довольна результатом. Кстати, кто попробовал, расскажите, поделитесь своими впечатлениями. Так, здесь у меня комплекс Wellness Pack, а должен быть еще коктейль, он, наверное, еще в той коробке, которая запечатана. Сейчас я вам кое-что просто хочу показать, поэтому одну коробку я еще не вскрыла. И Wellness набор, в который входит коктейль и витамины, в этот раз я получила бесплатно, потому что это четвертый шаг, и его вкладывают уже без денег, но баллы начисляют. То есть 100 баллов в копилочку пришло благодаря тому, что я делала подписку Life Plus. Поэтому если вы хотите попробовать витамины или коктейли, делаете это впервые и не знаете, понравится, не понравится, захотите ли вы продолжать подписку или нет, все равно оформите подписку. А дальше будет видно, вы можете отказаться от подписки или продлить ее, то есть она будет автоматически продлеваться, и вы первый, второй, третий раз покупаете за деньги витамины, а четвертый раз вам приходит бесплатно. Можно отдельно витамины или коктейль. Так, у меня в заказе гель для душа Discover. Это, кстати, мужской гель, но заказала женщина, говорит, никому не говори. А почему? Что такого? Он очень вкусно пахнет. Гель, он и в Африке гель. И мне кажется, некоторые мужские ароматы, они настолько бывают энергичные, звонкие. И я бы их отнесла к разряду унисекс, потому что когда я нюхала этот аромат, я бы не сказала, что он мужской, прям такой, что мужицкий, и женщинам нельзя пользоваться. Он очень вкусно пахнет. Поэтому будьте смелыми и заказывайте все, что вам нравится. О-о-о! У нас выходят новые ароматы, они уникальные. Так, сейчас я вам расскажу. Бережно запечатленные команды специалистов и парфюмеров во время специального организованной экспедиции по Швеции в 2018 году. Ого! То есть они специальный какой-то был создан способ запечатывать аромат без вреда для растений. Ого! Слушайте, мне очень хочется их протестировать. Ну, то есть тут в каждом, получается, в наборе вот такой в открыточке у нас лежат два пробника, два разных аромата. Нужно будет про них внимательно все изучить. Я вам сделаю отдельный разбор. То есть один аромат будет теплый, другой прохладный. И я прямо сейчас хочу их потестировать. Мне не терпится протестировать сначала прохладный. Вот этот бы я сказала мужской.
унисекс такой. Ой, вот этот мне нравится, такие интересные в нем нотки. Так, а второй тепленький. Надеюсь, вы уже тоже заказываете пробники и тестируете на себе, чтобы ваш нюх сказал вам да или нет. Ой, какой вкусный. Ну как-то сладкий мне пока больше нравится. Необычные ароматы. Нужно с любым ароматом, нужно подружиться, то есть побыть с ним наедине, без отвлекающих ароматов, чтобы на коже не было никаких других ароматов. Потестировать его утром, днем, вечером, в прохладную погоду, в теплую. То есть каждый аромат раскрывается по-разному в зависимости от перечисленных мною факторов. Так, чиллаут, аромат чиллаут. Кстати, кто попробовал этот аромат из серии Feel Good, он необычный, и он действительно расслабляет, но он оказался таким мягким и нежным, потому что первая нотка такая резкая, лавандовая, а лаванда она всегда немного вот такая жестковатая, а потом все это смягчается кедром, ванилью. Пробовали? Такой аромат тепленький, уютный, мне он прям зашел. Так, и так как я делала заказ на набор, набор за 69 рублей, в этот набор скорее всего мне вложили пробники Everlasting, тональная основа Light Ivory, и один набор с пробниками и один каталог. Вот как раз это из набора, поэтому один каталог лежал прям сверху, потому что это очень выгодно. Далее у меня тут еще куча каталогов, давайте я их сразу достану. Так, они такие красивые, кстати, в этот раз каталог прям необыкновенный. Мне же нравятся голубые оттенки, а здесь все такое голубенько. Так, и тут на дне у меня лежат лаки, еще 4 недостающих. Где у нас тот оттенок? Вот он. Всего 5 лаков, которые заказал один человек. Смотрите, они все похожие по оттенкам, то есть цветовая палитра, в общем-то, вся такая холодная. Очень интересные оттенки лаков. Слушайте, я обновленную серию не видела, но я бы себе заказала вот этот лак 41882 Rose. Вот этот лак мне очень нравится. Эти все очень насыщенные цвета, и мне сейчас этого не хочется. И один очень такой нежный лавандовый, но вот Rose просто невероятно красивый оттенок, такой бы я себе точно взяла. Но это на будущее, я всегда присматриваю, но сейчас я себе запрет поставила, пока лаки не покупаю. Нужно использовать то, что у меня огромная косметичка с лаками. Я решила, так, стоп, лучше больше денег вкладывать в витамины, чтобы коктейль все время был, как витамины, пребиотик, то есть ну, чтобы организм поддерживать, чтобы он был здоровый и красивый. Заказала 2 BB крема, один дочке, один клиентке, один Fire, другой Light, то есть 2 оттенка. Эта серия немножечко обновилась, я пока не знаю, насколько он будет отличаться, то есть предыдущий BB крем все очень хвалили и любили, этот с матирующим эффектом, поэтому ну скорее всего он будет чуть-чуть другой. Так, и здесь в этой коробочке осталась еще тушь для ресничек. Оттенок, по-моему, должен быть коричневый. Да, коричневый оттенок. Я эту тушь уже показывала вам, отдельное видео. Она отличается от всех предыдущих тушей серии On Color. Такая интересная кисточка, у нее упругие щетинки, она отлично расчесывает реснички, укладывает веером, отличные объемы, длину дает, необычная классная тушь, поэтому вот начали заказывать, да? Так, о нет, не все еще в этой коробочке. Вау, карандаш для губ, это заказала клиентка под помаду, и 2 мини помадки. Ой, какие они малышки. Вы знаете, вот в каталоге не было понятно, что они такие маленькие. Вот один оттенок заказала клиентка, наверное, вот этот цвет, а один мне должны были вложить как официальному обозревателю, наверное, вот этот. Да, скорее всего, вот этот светлый оттенок. Так, хочу быстрее попробовать и расскажу вам, обязательно сделаю отдельный обзор новинок,
Да, это вот ту, которую прислали на обзор. Они матовые, они маленькие, слушайте, как здорово. Покрасил, все кончилось, выкинул, берешь новую, потому что у меня все время желание иметь много помад. Я люблю так вот, чтобы разные были губы, под разную одежду, под разное настроение. И они обычно у меня не успевают заканчиваться, и уже, ну, не хочется пользоваться, когда помада долго открыта, понимая, что, ну, надо обновлять. А жалко. А если бы они вот все были такие мини, во-первых, и цена чуть подешевле, и быстрее использовали и заказали что-то новенькое. Так, теперь точно в этой коробке все, и переходим к следующей. Та-дам! Смотрите, что у меня есть. Вы знаете, когда нам сказали, что официальным обозревателям будут вкладывать по 3 продукта из акции «Сделай свое лето», мы не знали, кому что положат. Вот знаете, ну, невозможно предугадать, кому что положат. Мне положили жидкое мыло, я уже в Инстаграм выложила видео, полотенце. И я не знала, что будет третьим, потому что долго не появлялся продукт на складе. Я вот так вот держала, знаете, вот прям пальчики. Мне шейкер, пожалуйста, мне шейкер, я так хочу этот шейкер. И когда он появился в корзине, я же, знаете, я же взвизгнула, подпрыгнула до потолка. Слушайте, какой класс вообще, высший пилотаж. А как его открыть? Смотрите, у меня где-то здесь нож. Сейчас я буду что-то делать. Что-то нужно предпринять. Так, вот, поддеваю закрывашечку. Как я люблю коктейли. Но вот обычно блендер, его даже иногда доставать не хочется, потому что понимаешь, что, ой, как его долго мыть, разбирать, собирать, этот агрегат доставать с полки. А сейчас... Та-дам! Это же супер гаджет. Этот шейкер можно заряжать как телефон. Смотрите, то есть не нужна розетка. Да, он не легкий. Я бы сказала, что он, сколько он весит, интересно. Та-дам! Ну не знаю. А, 470 грамм, объем 350 миллилитров. Класс. То есть мы заряжаем. Вот тут есть специальная вот кнопочка, вот так вот. Вот, открыли. Тут зарядку вставили, зарядили, закрыли, берем с собой заряженный шейкер. Так, открываем. То есть весь механизм, он здесь, внутри. Вот это самая тяжелая часть. Стакан, он уже, конечно, не тяжелый, но он такой удобный. Слушайте, здесь прорезиненная вот эта штучка, держать, чтобы он не выскользнет. Отличный объем. Здесь та самая крутилка. И, может быть, он сейчас заряженный, и мы его попробуем. Да, что-то мигает красненьким. То есть принцип такой: все налили, положили ягоды, все, что хотите, ваш любимый состав коктейля, закрыли плотно крышку, нажали кнопку, перевернули, поработал 1-2 минутки, переворачиваете, стекло все открыли, можете выпить прям из стакана или разлить на 2 стакана, потому что здесь объем 350 миллилитров, в общем-то на двоих можно поделить, и будет классно. Я такая счастливая. 200 баллов нужно заработать, и чтобы у вас было в команде новых 3 человека, да? 3 рекрута, 200 баллов, и вы поменяете уже в следующем каталоге, вы заберете себе такой крутой шейкер, а я уже сейчас побегу делать с ним коктейль, можно даже видео будет записать. Класс, вообще супер. Я даже специально сегодня не стала пить коктейль, потому что знала, что получу шейкер и буду сразу делать с клубникой. У меня как раз есть клубника. Так, и это еще не все. Я получила долгожданный набор. Еще была акция, по-моему, здесь и сейчас. Мы там собирали чайники, сковородки. Ну, кто что хотел, да? Наборы разные. Я в последний момент, у меня получилось, что докопились еще баллы. И я поменяла баллы на набор вот таких для выпечки. Две формы для выпечки, одна круглая, одна прямоугольная. Вот их тут можно посмотреть поближе. Они очень классного качества, с антипригарным двухслойным покрытием и рифленое дно. Фух, как я рада! Я уже
Я уже давно их ждала, потому что у меня не было как раз форм для выпечки, и я их хотела. И последняя коробка, почему я не стала ее открывать. Смотрите, коробка пришла изрядно помятая, вот прям изрядно. И я знаю, что многие из вас тоже могут с таким столкнуться, ну не многие, а бывает такое, что вот пришла помятая коробка. Что делать? Давайте, во-первых, мы не паникуем. Помятая коробка — это еще не значит, что внутри испорченная продукция. Открываю коробку и проверяю, что там внутри. Как ее открыть? Как я обычно говорю, легким движением руки. Вот так вот мы подели, открыли. Так, и проверяем, что внутри. Ну вот у меня внутри лежит только одна коробка с коктейлем. Индивидуальная упаковка. Берем коробку. Коробка абсолютно целая. А что делать, если бы внутри вся продукция помялась? Или, может быть, что-то лопнуло, растеклось? Ребят, ничего страшного. Делаете фотографии. Заходите на сайт Oriflame в личный кабинет, открываете раздел «Заказы», «История претензий», открываете «Сделать претензию» и идете по инструкции, что надо куда нажать. То есть нужно выбрать, что пришел продукт там некачественный или помятая коробка, хотите вы вернуть или обменять. Выбираете все, что вам нужно, как вам нужно. Прикрепляете фотографии и отправляете в компанию, ждете ответа. То есть заходите периодически на почту, вам на почту скорее всего придет ответ, или прямо в личном кабинете в этом же разделе вы все можете проверить и посмотреть. Поэтому ничего страшного, это, конечно, неприятно однозначно, но бывает. Все-таки транспортная компания, и они там тоже люди, и люди бывают с руками не из того места растут, да, что-то бросили, что-то упало, кто-то сел на коробку отдохнуть. Ну вот благо мой коктейль в целости и сохранности, и это мой любимый вкус ванильный, и именно его я чаще всего заказываю. Сейчас у нас открыты и клубничный, и шоколадный, поэтому коктейль я буду делать не с ванильным. Сначала нужно доесть то, что открыто, потом открывать новую пачку. Но наши коктейли я обожаю, просто это полезный здоровый перекус. Но не только перекус, это очень полезная добавка к питанию, которая позволяет нам выглядеть лучше, сохранять молодость, быть здоровыми, наполненными энергией, силами и так далее. Вот такой вот получился обзор. Вау, я в таком восторге от заказа, особенно, конечно, от этого шейкера. Спасибо вам за внимание, желаю приятных, классных покупок и до новых встреч. Скоро увидимся, да? Ставьте лайк, если видео полезное.